Девчонки, не смогла без внимания оставить этот замечательный комментарий. Теперь всем ущербным, которые называют женщин с ребенком РСП, мы даем свою аббревиатуру. Мне очень нравится. Ох, как ее это задело, как ее задело слово РСП, кобель с алиментами, да ради бога, как угодно, но это уже считается оскорбление, как бы это сравнение с животным, да, разведенка, она развелась по факту, вот слово развод, здесь ничего обидного нет, но почему-то они обижаются на это, на тебе камень в ваш огород, кобель с алиментами. Ну хотя в каком-то смысле кобель это даже возможно и комплимент для кого-то будет.